ночь на воскресенье 22 июня немецкие войска без объявления войны переходят советскую границу. Они наступают по фронту протяженностью в 3000 километров. В первый же день Красная Армия несет чудовищные потери. Обеспечив себе полное господство в воздухе, противник уничтожает горючее, боеприпасы, военную технику. К удивлению германского командования, русские оказывают отчаянное сопротивление. Они дерутся до последнего, но не могут серьезно затормозить продвижение противника. Уже через 6 дней немцы подходят к Минску. Отсюда открывается путь на Витебск, Смоленск и далее на Москву. Москва передает, что Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Но ведь это же неправда. В Кремле же все знали. Да какая теперь разница? Да, ребята, это черный день. Но как бы то ни было, я хочу сказать, что мы продолжаем работать. Включай рацию, мне нужна связь с центром. Я думаю, что там сейчас не до нас. Это важно для меня. Это важно для всех нас, передавай. Выражаем наши лучшие пожелания на трудные времена. Весь коллектив будет упорно выполнять всю необходимую работу. Рамзай. Радист сократил число сеансов связи и за сегодняшний день трижды менял место. Даже при помощи новых пеленгаторов мы не можем его засечь. Сука. Ясно. Работайте лучше, чтобы ни в чем ему не уступать. Я предполагаю, радисту стало известно про поступление новейших пеленгаторов. Это секретная операция. Они знают только на самом верху. Ты считаешь, что среди нас предатель? Постой-ка. Может быть, ты подозреваешь меня? Я никого не обвиняю. Вам виднее. Я просто высказал свое предположение. От тебя не требуется высказывать предположение. Твоя обязанность — докладывать обстановку. Решать и делать выводы буду я. Ясно тебе? Так точно. Господин полковник, прошу вас, только после вас. В районе запеленгованного сигнала опять появился немец Зорге. У меня нет сомнения, что он русский резидент. Почему вы не доложите об этом Кавае? Я видел Зорге вместе с Кавае. Они друзья. Мой доклад просто выбросят в мусорную корзину. Может быть, Кавае – информатор немца? Я хочу тайно обыскать дом Зорге. Мне понадобится твоя помощь. Я готов. Это незаконно. Нас могут выгнать со службы. Я с вами.
Я бы не прочь оказаться с такой в кровати. Впрочем, можно и без кровати. Почему наши женщины такие шлюхи? Прыгают в постель. То к немцам, то к американцам. Много ты понимаешь в женщинах, молокосос. Заканчивай. Поехали. Ханако-сан. Вы опять меня напугали. Не ожидала вас увидеть. Я хотел сказать, вы не можете встречаться с этим немцем. Вы что, следите за мной? Зорге – советский шпион. Таким образом, сводить счеты с соперником, как это недостойно мужчины. Поверьте мне, это правда. Держитесь от него подальше. Уберите руки. Послушайте, это неправильно. Пропустите. Он обманщик, негодяй. Да вы мизинца его не стоите. Ничтожество. Я не хочу вас видеть. Господин, можно войти? Заходи. Я заварила вам чай, господин. Я не хочу, чтобы ты называла меня господин. Хорошо, господин. Рихард. Ну скажи, Рихард. А можешь мне сказать? Как тебя называла эта девушка? Это не важно.
Рихард, ну... Ты ведь обещал. Ты же говорил, что расскажешь мне о ней. Мы познакомились в 19-м году. В Берлине. В госпитале. Она меня смешно называла. Мой солдатик. Новобранцем бежим в атаку. Кажется, у него была фамилия Мюллер, а русские плотно кроют из гаубиц. Ну, приходится передвигаться перебежками от воронки к воронку. И вот в очередной раз выскакиваем мы из ямы, и нас накрывает взрывом. Он падает, я падаю на него. Прихожу в себя, моя башка лежит у Мюллера на заднице. Чувствую вонь. Говорю: «Мюллер, ты что, обосрался?» Он говорит: «Да, еще в самом начале атаки. А атака началась час назад». О! Вот здесь ты и будешь работать. Сюда привозят всех раненых, а потом приходит врач. Займешься им? А почему им? Вообще-то я старше и красивее. Фельфебель, как вас там? Клоц. Клоц, вами займусь я. Снимайте штаны. Ну вот почему мне всегда достаются женщины старше меня? Помню, один раз стояли мы подровно. В общем, если будете болтать, я сделаю вам очень больно. Я Рихард. Гельм. Вы новенькая? Да вы не переживайте. Поначалу все крови боятся. Гельма, если вы мне сделаете больно, то я не обижусь. Я привык. Гельма! И ваша встреча оказалась смешной. Ну, хочешь, я уберу эту фотографию? Нет. Тот, кто воюет с прошлым, боится будущего. А я не боюсь. Этой женщины нет в моем сердце. В нем только ты. Держи от тебя. Держи. Открой. Прости. Ты со мной. Только это одно и важно. Von der Ostfront. Прошло уже более 30 дней с начала нашего наступления на большевиков. Нельзя сказать, что дни были легкими. Война заставляет нас разрушать то, что было создано и построено Советами. Но несмотря на все сложности, наша армия продолжает продвигаться дальше. Эти новости сейчас слушает весь мир. Слышал?
Как успешно развивается наше наступление? Да. Наши танки уже в Орле. 340 километров до Москвы. Неделя. Уверен? Ну, максимум две. Позавчера Ферру обращение к войскам сказал, это последняя решающая битва этого года. Москва — сердце России. Если мы возьмем Москву, СССР перестанет существовать. А Наполеон уже брал Москву. Что из этого получилось? Вышло скверно, да. Наполеон был француз. Мы — это немцы. Как ты думаешь, Япония скоро вступит в войну против России? Я не знаю. Не знаю. Если бы знать. Осенью 41-го года под контролем оккупационной армии находятся Киев, Одесса, Харьков, Донецк, Смоленск, Орел, Брянск. Ленинград окружен кольцом блокады. В Токио внимательно следят за развитием событий. Министр Мацуока говорит, настал идеальный момент для захвата Сибири и Дальнего Востока. 700-тысячная Квантунская армия уже сосредоточена на маньчжурской границе. Стоит отдать приказ, и она перейдет в наступление. В этом случае Советский Союз обречен. Ленин нам оставил великое государство, а мы его просрали. Если Япония войдет в войну, это будет плохо. Ситуация очень тяжелая. Что там этот немец в Токио? Есть какая-нибудь информация? Пока информации никакой нет. Но группа работает над ее сбором. Пусть поторопятся. Передай, что Москва настоятельно просит разобраться в ситуации в течение 2 недель. Из той информации, которую прислал Рамзай, понятно, что японцы пока сами не знают, с кем им лучше воевать. Это большие хитрецы. Они водят за нос и меня, и Гитлера. Решение давно принято. И я хочу его знать. Так и передай нашему Рамзаю. Сейчас самое главное узнать, способна ли Япония напасть на Советский Союз. Бранко, мне нужно, чтобы ты по своим каналам узнал, какая информация есть у американского и английского посольства о запасах горючего в Японии. Я думаю, что больших запасов у них нет, особенно для сухопутных войск. Следовательно, длительной затяжной войне на континенте империя не готова. Изменение темпов нападения гитлеровцев на Восточном фронте говорит о том, что война не будет молниеносной. А японская экономика затяжной войны не выдержит. Я восхищаюсь тобой, Рихард. Трескотня, барабанный бой, ось, братья. А все решают цистерны с нефтью. Как это ни странно, да. Макс. Вот эту информацию надо передать в центр. Выйдешь короткими фильмами.
Предлагаю выпить за Великобританию. Правь, Британия! Келич, ты француз? Я хорват. Не вижу разницы. Мы, англичане, французов всегда били. Французы. Ужасные трусы. Давай за это выпьем. Нас ему никогда не взять. Мы империя. Гитлер – мыльный пузырь. Он сдуется сразу под нашим натиском. Это я тебе говорю. Как военный атташе. Вино там стоит пятачок. И вот с бутылкой Севена в огне. Не плачь, малышка, обо мне. Так будь здоров. Вернусь, не знаю, а пока прощай, прощай. И друга не забудь. Давай, Толь Рук. Это информация от инвеста. И вместе с материалами от Жигала только подтвердит нашу первоначальную информацию. Кстати, Макс, Москва подтвердила адреса? Да. Два адреса в Берлине, один в Пекине, один в Нью-Йорке. Отлично. Завтра утром их надо отправить. Хотя нет, пускай лучше это сделает Анна. А мы с тобой составим донесение и свяжемся с Москвой. Господин посол. Чем же господин посол сегодня у нас так озадачен?
поднимаю тосты у этой карты за победу германского оружия. Ну и все же. Да, ты прав. Никогда не перестану удивляться твоей проницательности, Рихард. Чего не скажешь обо мне? Сердце? Не обращай внимания, просто нехорошо себя чувствую. Может, врача? Нет. Сегодня я получил шифровку из ставки фюрера. Приказано проинформировать японский генералитет о наших успехах под Москвой. Срочно проинформировать. Ну и к чему такая поспешность? Вчера я получил телеграмму от рейхсканцлера. Риббентроп требует, чтобы мы заставили японцев начать войну против русских как можно быстрее. Ну, ты же сам недавно говорил, что вермахт намерен добыть победу один и с кем не хочет делиться лаврой. Времена меняются. Фюрер хочет сделать подарок японцам. Ты бываешь удивительно наивным, мой друг. На данный момент мы должны силами японцев сковать дальневосточную особую армию, чтобы не дать им возможности перекинуть хотя бы одну ее часть под Москву. Это хорошо организованная боевая армия, которая прошла практику под Хасаном и на Халкинголе. Но у Японии пакт о ненападении с Советом. Пакт. У нас тоже был пакт. Японцам близки наши принципы дипломатии. Ремон умился. Стакан воды. Аригато. Спасибо. Кофе. Политику насилия, не заботясь о средствах и не задумываясь о нравственности и кодексе чести. В политике я не признаю никаких законов. Политика – это игра, где допустимы все их хитрости, а правила игры меняются в зависимости от искусства игроков. Что скажешь на это? Скажу, что высказывание достойно фюрера. Это краеугольный камень в дипломатии. Скоро к нам должны приехать военный министр Тодзио, генерал Хонзю и генерал Дайхара. Я очень многого жду от этой встречи. Очень. Она наконец-то должна нам все объяснить. Рад встрече. 100 лет не виделись. Господин Клаузен, присаживайтесь ко мне. Спасибо. Чаю, господин. Фу. Здесь то холодно, то жарко. Сейчас бы пивка, но тут даже саке приходится пить теплым. Это срочно. Передавать не из дома, опасно. Устройте с Бранко пикник, Аннушка вам пожарит великолепные колбаски. У вас замечательный бизнес, господин Клаузен, замечательный. Если бы не моя любовь к журналистике, поддался бы к вам в компаньоны. Одно другому не мешает. Можно подумать. Подумайте. Пора бежать. Журналисты, как известно, ноги кормят. Позвольте мне расплатиться. Ну что ж, спасибо. Было рад встрече. О, очень приятно. Thank you.
Благодарю. Здравствуйте. Чай? Угу. Ну, что в донесении? Еще не посмотрел. Не понимаю, куда подевался. Что? Портмоне с донесением. Когда ты видел его в последний раз? Когда расплачивался с таксистом, потом сунул в карман. Значит, сунул мимо. Что там было? 200 йен, права, визитка и да. Макс. Таксист отнесет портмоне в полицию, а там... Так. Сидите дома, закрывайтесь на все замки, отпускайте работников. Я постараюсь что-то предпринять. Франко! Умоляю, только ничего не говори Рихарду. Как? Макс, ты должен пойти в полицию. Мы должны опередить события. Здравствуйте, господин полицейский. Мне сказать, что вы занимаетесь потерянными вещами. Вы что-то потеряли? Такси, портмоне. Заявление в канцелярии оставьте. Вы знаете, у меня деликатное дело. Видите ли, моя жена, если она узнает, что я, ну, она меня называет, ну, это не важно. Вы знаете, как только, если бы сразу, когда таксист вернет портмоне, вы лично могли бы, ну, вы понимаете. Ну, конечно. Жена бы меня заставила сделать харакири. Вот моя визитка. Позвоните мне. Я буду вам очень благодарен. Позвоню. Обязательно. Спасибо. Если этот толстяк сам решит заглянуть в портмоне. Ну, что он там обнаружит? Записку на английском языке? Ты бизнесмен, у тебя могут быть дела с английской фирмой. Макс, успокойся. Не думай об этом. Макс, я тебя очень прошу, иди спать. Thank you.
конец. Анечка, спрячься. Спрячься. Нет. Лучше уходи. Уходи через черный ход. Да, к Рихарду, он что-нибудь придумает. Уходите. Макс, успокойся. Так. Я пойду открою. Нет. Уходите. Макс! Здравствуйте. Я подумал, что если в такую непогоду вас выгонят из дома, это будет очень несправедливо. А, я вам что-то должен за доставку. Да, конечно. Это все из-за той маленькой записочки, что лежит в портмоне? Наверное, от прелестной англичанки. Очень вас понимаю. Вы очень догадливый, господин полицейский. Благодарю вас. А, до свидания. До свидания. До свидания. Думал, что все. Сейчас выскочит рот и японцев, и нам конец. Хорошо, что все обошлось. Макс. Макс. Макс! Макс! Привет, Рихард. Привет. Лежи. Ну что, инфаркт становится модной болезнью? Ну что, разваливаешься на ходу? Что было в той шифровке, которую я потерял? Инвест сообщает о совещании премьер-министра. Японские военные не могут прийти к согласию о нанесении главного удара. Это либо юг, либо восток. Сейчас. Макс, ты что делаешь? Макс! Сейчас. Ты что, с ума сошел? Ты с ума сошел? Буду передавать прямо отсюда. Рихард. Чем это может для тебя закончиться? Если составить короткий текст, они не успеют нас засечь. Рихард, это безумие. Анечка, так нужно. Это война. И мы в бою. Бой это длится уже 11 лет. Анечка. Неси наше хозяйство. Это Клаузин для начала. Его прошлое нам пока неизвестно. Паспорт новый. Откуда он взял первоначальные средства, непонятно.
Принес наличные в банк. Бизнес процветает. А этот Агаки. Где он работает, нам неизвестно. На что живет, тоже. Нужно организовать стенографию телефонных разговоров Клаузена. Да, и поставьте вот дом от Агаки круглосуточное наблюдение. Да, понял. Слушаюсь. Все, стоп. Успел. Мы не можем до бесконечности сокращать время передачи. Рано или поздно новейшие пеленгаторы нас засекут. Ну и что ты предлагаешь? Нужно менять место передачи. Можно выехать за город в соседнюю префектуру. Это опасно. В любой момент машины могут проверить. С твоим сердцем вообще необходим полный покой. Какой выход? Я не знаю. Когда меня сюда переправляли, меня везли морем через Корею. Сначала на лодке, потом на катере. Он связывался с берегом по рации и говорил, что это абсолютно безопасно, что рацию засечь в море нельзя. Нас за мысом ровно через 3 часа. Да. Господин майор, мы снова засекли этот передатчик. Ты уверен? Да. Почерк один и тот же. Место знаешь? Да. Сигнал был с моря. Понятно. Пошли. Есть документы и полная информация об объекте за весь прошедший день. Самое интересное было ночью. Зорни, Клаус и еще японец рыбачили. Но что интересно, рыбу они купили заранее. У них с собой было что-то похожее на рацию? Я не уверен. Вот. Если бы подойти ближе, там-то японец. Там еще пеленгаторы были. Вероятно, вы правы. Мне нужны доказательства. Я жду доклад.
о Клаузене и японце. Пора разобраться, что это за люди. Заплати по счету. Эй, ты! Дай мне виски.